Владимир Корягин – коренной житель Сергиевского района. Он родился и вырос в селе, которое давно славится своими спортсменами – Кармала Аделякова. Уже 6 лет начал заниматься лыжным спортом. Для начала просто осваивал лыжи, а затем всерьез увлекся лыжными гонками. Общий стаж его спортивной жизни – 54 года. И это еще не предел. Физкультурой я занимаюсь, спортом уже, конечно, нет, но физической культуры, да, занимаюсь. Считаю себя на данный момент физкультурником. Uh-huh. Я и на лыжах катаюсь, продолжаю кататься, и на велосипеде сейчас вот летом. Уже бегать, конечно, стараюсь поменьше, уже с возрастом суставы не те. А так двигаться стараюсь, и плаваем, вот с внучкой катаемся на велосипеде, внучку стараюсь привлекать. Я считаю, в любом возрасте надо двигаться. Движение – это, как говорят, жизнь. В свое время занятия спортом для Владимира Константиновича были неразрывно связаны с соревнованиями. В годы обучения в институте он активно участвовал в спортивных состязаниях различного уровня. Это и Самарская область, и ее пределы. Представлял регион во всероссийских соревнованиях среди сельских лыжников. Приехал в район здесь после окончания института. Здесь за район бегал. Ну а со временем уже воспитали более молодых лыжников, они нас потеснили. Ну и традиции продолжаются до сих пор. Сергиевский район занимает ведущие позиции по лыжным гонкам в Самарской области. В настоящее время Владимир Корягин передает свой опыт подрастающему поколению. Он является заместителем руководителя структурного подразделения по спортивной работе в детско-юношеской спортивной школе. Сегодня здесь получают свое развитие 18 видов спорта, которым обучается более 3000 юных спортсменов. Привлекаем, конечно, всех, стараемся всех желающих, никому не отказываем. Некоторые, конечно, молодежь, молодые школьники, они младшие школьники, ищут себя, секции, много секций посещают, даже по 3 секции бывает. Активно привлекаем подрастающее поколение занятием физической культуры. Со временем они становятся уже спортсменами и занимаются активно, защищая честь района. Спортивная жизнь в Сергиевском районе, как известно, на достойном уровне. Наши земляки, сильные, талантливые, выносливые ребята, прославляют муниципалитет не только в регионе, но и по всей России, а кто-то и на международном уровне. Но День физкультурника – праздник не только для чемпионов. Спортсменом можно и не стать, но физкультурником должен каждый, обязан быть. Физкультура, она всем доступна. Так что желаю всем заниматься физкультурой. Кто еще не начал заниматься, никогда не поздно, в любом возрасте. Занимайтесь активно спортом. Ну, конечно, хочется пожелать всем накануне праздника Дня физкультурника, конечно же, здоровья спортсменам, спортивных успехов, достижений новых, не сбавлять обороты. Также занимать первое место. Валентина Поликарпова, Александр Жуков, Дмитрий Сурков. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3».